Злостные нарушители правил дорожного движения были наказаны. В городе прошла операция «Тоннель». Всего за час через полную проверку прошло более 200 автовладельцев. Отлично, пока. Все хорошо. Казалось бы, обычная проверка документов, да масштабы небывалые. Операция «Тоннель» под стать названию останавливает всех и без исключения. Импровизированный коридор минует только те, у кого и документы в порядке, и машины не вызывают нареканий. Давайте машину чуть-чуть вправо переставьте. Первые минуты проверки и первые замечания. Несоблюдение правил тонировки. Рассудить, кто прав, кто виноват, помогает специальный прибор. Несколько секунд, и аппарат фиксирует нарушение. Светопропускаемость ниже нормы. Я это понимаю, но я не знал, что там по нервам. Я думал, что это заводская, так она льет. А вот у молодого человека из Казани проблемы посерьезнее. Во время проверки не смог найти права. Теперь его автомобиль будет доставлен на штрафстоянку, а рассеянному водителю придется отложить возвращение домой. Всего было выявлено 25 нарушений правил дорожного движения. Среди них можно назвать такие, как зоуправление. Один факт – зоуправление транспортным средством, будучи лишенным специального права управления. Управление транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Управление транспортным средством или перевозка детей – 4 факта. Без детского удерживающего устройства – 7 фактов управления транзитными номерами. По словам инспекторов, операция «Тоннель» на этом не окончена. Очередная массовая проверка водителей состоится в ближайшее время, но уже в другом месте и в другой час. Альбина Шакирова, Александр Акишин, Ренат Мустафин. Вести Татарстан, Нижнекамск.